Как вы поняли, у нас остановка, и это площадь Согласия, и мы согласились размяться. После того, как народ выполнил свои дела по исполнению желаний, мы приступили к осмотру одной из самых красивых площадей в Париже, которая занимает обширный участок между Тюильринским садом и Елисейскими полями. Люксорский обелиск, украшающий площадь, подарок египетского вице-короля Махмеда Али, подаренный Франции в начале 1830-х годов, он был доставлен в Париж из храма Амона в Фивах. Возраст примерно 3600 лет. Высота 23 метра, вес 230 тонн. С четырех сторон он покрыт иероглифами, прославляющими фараонов Рамзеса II и Рамзеса III. Это самый древний монумент французской столицы. Площадь была разбита в середине 17 века по проекту архитектора Габриэля и сначала носила имя Людовика XV. В ее планировке было нечто принципиально новое. Она не застроена по периметру домами, благодаря чему с любой точки площади открываются широкие перспективы. Большинство людей считает понтонный мост Александра III самым красивым мостом Парижа. Мост соединяет Большой и Малый дворцы на правом берегу с Домом инвалидов на левом берегу. Сначала элементы моста были сделаны на фабрике и позже перевезены. Одно из требований перед строительством моста было то, что он не должен затруднять вид на Дом инвалидов и Елисейские поля. И это требование привело к тому, что мост был сделан очень низким – 6 метров. Мост щедро украшен фонарными столбами и скульптурами херувимов и нимф. На каждом конце понтонного моста Александра III расположены большие позолоченные статуи на гранитных 17-метровых столбах. Вы видите северный вход в ансамбль Дома инвалидов, на площадке перед которым установлены пушки и артиллерийские орудия времен наполеоновских войн. В 1674 году Дом инвалидов открыл свои двери для первых обитателей, а еще через три года началось строительство церкви, которая и стала собором инвалидов. Купол Дома инвалидов, который является сердцем этого комплекса, одна из самых известных достопримечательностей Парижа. И хотя весь комплекс ассоциируется в первую очередь с именем Наполеона, его постройка началась еще до него, а именно в 1671 году при Людовике XIV, который решил создать Дом инвалидов для ветеранов своих войн. Высота собора Дома инвалидов вместе со шпилем достигает 107 метров. Позолоченный купол собора был отреставрирован в 1989 году, на что потребовалось 12 килограммов золота. Центром собора является гробница Наполеона и его приближенных генералов. Вокруг гроба из красного порфира, внутри него еще 5 вставленных друг в друга, как матрешки гробов, стоят 8 статуй, символизирующих победы величайшего военачальника Франции. Кроме самого собора Дома инвалидов, стоит посетить и музей армии, состоящий из двух основных композиций. Первая для любителей старинного оружия от средневековья до середины 17 века –
вторая посвящена двум мировым войнам. Мы на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней. Дворец Шайо Трокадеро был построен в 1937 году. Это образец конструктивного стиля 30-х годов. От дворца начинается чудесный каскад террас, лестниц, садов, спускающихся прямо к Сене. Во дворце располагается музейный комплекс, морской музей, музей кино, музей человека. Здесь нельзя останавливаться, поэтому мы сделаем круг и будем любоваться башней Эйфеля со смотровой площадки между двумя фронтонами дворца Шайо. Наступает такой волнительный момент, когда не нужны слова и хочется сделать паузу. В 1889 году было построено одно из самых смелых и дерзких произведений человечества – Эйфелева башня. Сейчас она стала символом Парижа и Франции, а раньше у многих парижан не было восторга от строительства данного сооружения. Гюстав Эйфель отстоял право на жизнь своего шедевра, и вот уже более 100 лет Эйфелева башня изящно и гордо стремится ввысь. Высота башни более 300 метров, а весит она 8600 тонн. Одновременно на башне могут находиться 10400 человек. Среднее количество посетителей в год 6 миллионов человек. Башня используется для радио и телетрансляции, а также в качестве станции метеослужбы. Обслуживающий персонал – 350 человек. Мы в квартале Море. Название произошло с французского, что в переводе «болото», которые располагались там до 12 века. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в просторечии Бабур. Самый посещаемый туристический объект в Париже. 8 миллионов посетителей в год. Центр представляет собой нечто из стекла и бетона. Огромное количество труб, то есть все коммуникации, расположены снаружи здания. Внутри – произведения искусства середины и конца 20 века. Обширную площадь перед центром Помпиду облюбовали художники, бродячие артисты, музыканты и циркачи. Рядом с центром Помпиду удивительный фонтан Стравинского. Как и музыка уважаемого Игоря Федоровича, фонтан весьма ярок и экстравагантен. Авторы понатыкали в воду 16 элементов, разноцветные фигуры, колесные механизмы и, наконец, скрипичный ключ. Музыка Игоря Стравинского, тесно связанная с танцем и русскими народными мелодиями, и сказками дала художникам темы для обширного тематического репертуара. Фонтан напоминает в итоге страницы детской книжки. Фигуры разыгрывают спектакль под лучшее произведение Стравинского, по очереди выпуская струйки воды.
От современного фонтана мы перейдем на другую улицу, к фонтану времен Ренессанса. Напротив церкви Сен-Сульпис – фонтан невинных, созданный Жаном Гужоном. Мы уже знакомы с этим фонтаном по обзорной экскурсии. Чрево Парижа – Ле-Аль, квартал первого округа в самом центре Парижа. Название происходит от центрального парижского рынка, простоявшего 100 лет и располагавшегося здесь до начала 1970-х, на месте которого сегодня парк с аллеями и детскими площадками, а также подземный мегамаркет «Форум Дес Аль» из 4 уровней, бассейн с тропической оранжереей, кинотеатры, детская библиотека, школа, консерватория. Еще ниже под землей самый большой подземный вокзал в мире – Шатле-Ле-Аль. А когда-то здесь располагались знаменитые дворы чудес – притоны парижского дна. Их герои нашли свое место на страницах романа Эмиля Золя. Перед церковью Сен-Эстаж на земле лежит гигантская голова, прислонившая ухо к земле. Голову зовут Слух. Создал ее скульптор Миллер, и символизирует она культовую музыкальность места. На фоне строгой церкви голова выглядит словно пришедшая из другого мира. Церковь Сент-Эстаж – последняя сооруженная в готическом стиле, хотя уже и с элементами Ренессанса. Сент-Эстаж – самый музыкальный храм Парижа. Орган здесь самый крупный в Париже – 8000 труб. На нем в свое время играли Берлиоз и Лист. В купели церкви некогда крестили кардинала Ришелье и мадам Помпадур. А навек упокоились в храме Мольер, Лафонтен, Кольбер и Рамо. Сегодня по-сумасшедшему богатый день. Кроме того, что вы увидели, мы сегодня посетили самый знаменитый в мире музей парфюмерии Фрагонар. Мы прогуливались по Гревской площади, где из века в век проходили казни. Любовались одним из самых красивых зданий Парижа – мэрией, а также очаровательной и самой старинной площадью Вогезов, похожую на парк. Вы увидели лишь краткие заметки, поскольку заряд батареи камеры ограничен. Мы возвращаемся в гостиницу, но на автобусную прогулку с местным гидом по вечернему Парижу приглашаем и вас, дорогие зрители.